41-й год потери страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немцу умоляя. «Найн», — твердил он важно, — «расстреляет». «Нет», — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чина: «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем сына, кто тебе милее, выбирай». Как смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последыш обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, и не пожелаешь врагу мук таких. Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу!» Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты!» Старший, виновато улыбаясь, младшего груди к своей прижал: «Брат, спасайся, ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Бит ты!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать рожала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет: «Уж не жить, сыночка, не цвести!» «Дура, матка!» поучает немец: «Одного могла бы хоть спасти». А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.